Слушайте, у меня такая особенность, прежде чем куда-то ехать, я разговариваю с машиной, типа, ну что, лисица, сейчас поедем в магазин, я говорю, и еду, вот. И один мой бывший прям высекал с этого, он говорил, Наташ, ну ты конченая, ты разговариваешь с чем-то, что не может тебе ответить, ты конченая, говорил он, а сам разговаривал со своим членом, типа, ну что, дружочек, сейчас потрахаемся, он говорил. Блин, эта фраза еще максимально убогая. Ну что, дружочек, мы сейчас с тобой потрахаемся. Понятно, что с тобой, блин, потому что без тебя-то мы вообще не потрахаемся никак. Мне кажется, мужики специально так делают, чтобы максимально дистанцироваться от члена. Что типа, я это я, а он это вообще нечто иное. Ну типа, если что-то пойдет не так, и он не встанет, претензий не ко мне. Разговаривай непосредственно с этим персонажем. Все претензии, звони туда, пиши туда. Я тут ни при чем. Я сам с ним уже не разговариваю. Мы с ним поругались. Вот и все. Ладно, машинка, поехали.